этап 22-23 года. В данном переселении подлежит 22 аварийных дома, в которых расположено 175 квартир общей площадью 8,3 тысяч квадратных метров и в которых проживает 368 человек. В рамках данного этапа планируется приобретение новых жилых помещений в количестве 174 штуки и собственно по одному жилому помещению планируется предоставить выкупную стоимость для занимаемого жилого помещения. Общий объем финансирования с учетом стоимости 1 квадратного метра равно 63 190 рублей в первом этапе составит 638 миллионов рублей. В том числе 22 год 264 миллиона, из них 174 миллиона за счет средств фонда содействия помещений ЖКХ в рамках реализации первого этапа, 93,6 миллионов рублей за счет средств областного бюджета и 41,8 тысяч рублей средств бюджета муниципального образования города Балаково. 23 год 366,8 миллионов рублей, из них 170, так же, как и в 22-м, 174 миллиона рублей за счет средств фонда содействия помещений ЖКХ, 23,6 миллиона рублей за счет средств областного бюджета и 102,8 миллиона рублей – это средства бюджета муниципального образования города Балаково на оплату дополнительных квадратных метров, превышающих населяемую площадь в рамках реализации первого этапа. Второй этап программы – 23-24 года. В данном этапе переселения подлежит 24 аварийных дома, в которых расположено 197 квартир, общей площадью 2 тысячи квадратных метров, и в котором проживает 446 человек. В рамках данного этапа планируется приобретение новых жилых помещений в количестве 94 штуки, собственников трех жилых помещений планируется предоставить выкупные стоимости за занимаемые жилые помещения. Второй этап муниципальной программы финансирования не обеспечен. Третий этап 24-25 годы. В данном этапе переселения подлежит 35 аварийных домов, в которых расположено 266 квартир общей площади 11,7 тысяч квадратных метров, и в которых проживает 540 человек. В рамках данного этапа планируется приобрести 165 жилых помещений, собственникам одного жилого помещения планируется предоставить выкупную стоимость за занимаемые жилые помещения. Третий этап муниципальной программы финансирования не обеспечен. Так понимаю, у нас 81 квартирный дом будет заселен, да? И у нас 1354 человека получат в квартале на новое жилье. Да, 638 помещений, да. За 5 лет, в течение 5 лет. Так, коллеги, преимущественно у нас третий вариант, да?